Очень многие боятся готовить зефир в домашних условиях. На самом деле, это очень интересный и увлекательный процесс. Давайте сегодня развенчаем миф о его трудоемкости и приготовим персиковый зефир. Столовые вы, соблюдая процесс приготовления, вы обязательно получите достойный результат. Отличное угощение для семейного чаепития. Персики 3 штуки, средние. Сахар 550 грамм, 50 грамм, в пектин 400 грамм, в сироп 100 грамм для основы. Пектин яблочный 10 грамм. Вода 150 мл, плюс 2 столовые ложки, в пюре, плюс 2 столовые ложки, для лимонной кислоты. Яичный белок 1 штука. Лимонная кислота 3 грамма. Количество порций 6-8. Подготовьте необходимые ингредиенты. Персики разрежьте на дольки и распарьте удобным способом. Это может быть микроволновка на 3-4 минуты или духовка при 180 градусах в течение 70 минут. Слегка охладите и протрите через сито. У вас должно получиться 150-200 грамм пюре. В отдельной чаше смешайте пектин и 50 грамм сахара. Добавьте подготовленное пюре и 2 столовые ложки воды. Перемешайте и оставьте на 1 час. Сварите на среднем огне сироп из 400 грамм сахара и 150 мл. Воды после закипания в течение 70 минут. Взбейте белок 100 грамм сахара и персиковым пюре до образования пышной пены. Непрерывно взбивая, добавьте горячий сахарный сироп тонкой струйкой. Взбивайте 7 минут. Разведите 3 грамма лимонной кислоты в 2 столовые ложки горячей воды и введите в массу. Еще раз взбейте в течение 1-2 минут. В итоге должна получиться объемная масса, которая хорошо держит форму. С помощью кондитерского мешка отсадите небольшие заготовки на пергаментную бумагу или пищевую пленку. Оставьте при комнатной температуре на 12 часов. По прошествии времени соедините заготовки и обваляйте в сахарной пудре. Переложите в бумажную коробку. Зефир готов. Приятного аппетита!